Хвостило прет. И откуда столько народу берется? Сколько погибло, сколько в плену? А солдат аж кишит. 11, 12, 13, 20. И это только за одну ночь. Вот смотри. 10 колонн по 20 машин. Это 200. Ага. Еще. Каждый по 20 человек. Это 400. А по железке? Много. А что ты хотел? Это ж сколько генералитета понаедет? Ящиков ординарцев. Интересно, как это наши жабы их перебить собираются? Подорвут. Подорвут. Пупки они себе подорвут. А хуже того. Нас вот с этими шмайсерами на комендачей. А я ура не подписывался кричать яро. Нет. Правда было. Рвать надо. Ну? И прямо сейчас. У меня в тайнике карта есть. Жрачки и курева полно. Все равно. Уходим. Я же говорил, надо рвать. Вот, сейчас все возьмем. Погоди. А где же? Где она? Фу. А? Где она? Фу. Гады! 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 Смотри. Гады! Яра! Это, они все забрали! И жабы! Вы хотели оставить нас, господа? Нет, нет, нет. И не думайте делать этого. Похоже, мы ошиблись, доверяя вам. В такой одежде без документов вас возьмет первый же патруль. Поэтому вы будете ждать. Ждать вместе с нами. И делать то, что мы скажем. Какой ты все-таки красивый. Думаю, Афонин понял, что Гулям предатель и успел товарищ дать майор, очередь. Почему что? Может быть? Что, что? Ну, не до тебя! Не до тебя! Есть. Так. Обычно мертвые некрасивые. А этот как ребенок. Все сходится. Можно уносить. Можно уносить. Уносить. Вот незадача. Прощай, Гулян. Галина Сергеевна, можно вас на минуту? Да. От чего происходит, а? Вот! Какой непорядок получается. Ай. Да, это дело, знаешь, пахнет керосином. Видать, не видать мне очередного звания, да? Да. Ай. Это точно. Гордеич! Гордеич! Гулямов где лежал? Вот тут. Лицом вверх. Ага. Ага. Ну да, пулевые отверстия у него на груди, а Афонин
Лежал здесь, значит, стрелял в Гулямова отсюда. Ну и не получается. Что не получается? А не получается, не мог Афонин убить Гулямова. Значит, стрелял в Гулямова кто-то другой. Макарча нет нигде. Дома пусто. А там на берегу еще один труп нашли. Только это не наш. Идем? Галина Сергеевна, пойдемте. Смирнов, ты что это делаешь, а? Ты не увлекся? А ну отойди. Виноват, товарищ майор. Вот. Вот здесь они его бросили. Я тебе говорил не подходить ближе, чем на 5 метров. Что непонятно? Я не подходил. В чем дело тогда? Мне показалось, что он шевелится. Ну вот, я и потыкал. Очень странный труп. Ну а что в нем странного? Труп как труп. Он зеленый. Я тоже не очень румяный, особенно если работы много. Так. Видно, сильное отравление свинцом. Почему вы так решили? А вот это, я думаю, вам будет интересно. Видите этот номер? Так. Он из концлагеря? В концлагере кололи здесь. Он эсэсовец. Галина Сергеевна, как вы думаете, этот человек мог позавчера прыгнуть с парашютом или нет? Этот? Да. Он бы не долетел. Нет. Почему? Он был очень больной человек. Угу. Если бы его не подстрелили, он бы сам умер через пару дней. А царапины? Похоже, что с него срезали одежду. Очень быстро и неаккуратно. Ясно. Подвал его отнеси. Хорошо, Галина Сергеевна. Смирнов, возьми Николаева и в подвал его. Подождите, подождите. Значит, говоришь, Гулямов? Ну да, да, товарищ полковник. Нам подсовывают именно эту версию. А на самом-то деле не мог его медальон просто так оторваться. Душка там очень крепкая, я проверял. А как же он оказался на месте убийства Лизы Полозовой? После последнего похода в лес, когда все здорово напились со страху, и даже Гулямов, который вообще не пьющий. Вот я думаю, там-то с него и сняли медальон. И потом, характер пулевых отверстий никак не соответствует местоположению тел. То есть... Его сначала вырубили, а потом из ППШ в упор расстреляли, как будто сержант Агафонов прикончил предателя. И девушка Рая, кстати, это тоже там не случайно появилась. Ей подбросили записку, она туда пришла, двери ей, конечно, открыли, ну а дальше дело техники. И для чего это им понадобился склад? Да им аккумуляторы были нужны. Для чего, я пока еще не знаю. Но самое главное, что один из бойцов все-таки успел подстрелить одного из визитеров, а тело немца оттащить не успели. Да. Но одежду с него почему-то всю срезали. Верхнюю. Поэтому труп был полураздет. Для чего? Я пока еще не знаю, но очень интересную штуку я нашел у него в ране на груди. Это такая прорезиненная нить, вроде как на водолазных костюмах. И точно такую же я нашел в сейфе у Думанского. То есть эти гаврики, они действительно здесь. Под землей, в воде. В этих затопленных подвалах. И, по-моему, не сладким там приходится. Стоп, сирота, это откуда такое мнение? Да потому что видели вы этот труп. Больной парень, абсолютно зеленый, купоросом несет. Так что, если эта машина смерти действительно существует, то она здесь. Под землей или под водой. Добрый холст. Мне его по приказу самого полковника Фрейна из Львова привезли. Он очень уж живопись любил. Полковник как узнал про мой талант, он сказал, чтобы я обязательно Гитлера маслом нарисовал. Вот. А ты где рисовать-то учился? Так это же ведь не рисование, это перерисовывание.
У меня в школе учительница была, ну, хорошая такая. Вот она мне и показала. Вот. О, смотрите. Берешь вначале вот так все, по клеточкам, расчерчиваешь, а потом каждую клеточку повторяешь. И о, получается. Погоди, погоди. Это что же ты так товарища Ленина изгвоздал, а? Так это же для дела. Это что ж у тебя, товарищ Ленин, как арестант получается? В клеточку и будто за решеткой? Так не, ну так же легче, я по-другому не умею. Не умею. Ой. На, держи. О, белила цинковые. А вы знаете, между прочим, вот ими рисовать лучше, а грунт лучше наносить белилами титановыми. А где это вы такую баночку откопали, а? Знакомая баночка. Баночка как баночка, от немцев осталась. О, надо же, впервые вижу, чтобы краску как тушенку запаковывали. Надо же, вот немцы народ аккуратный. Все у них эти бирочки, этикеточки, не то что у нас. Берешь кота в мешке, и непонятно, где тушенка, а где краска. Значит, ты давай это поменьше. Значит так, ты сейчас трудись, угу. Закончишь портрет Владимира Ильича, ага. И там тебя еще ждет многофигурный плакат и подпись «Смерть фашистским оккупантам». Крупно, крупно, понял? Угу. Вот, выходит, смерть твоим хозяевам, бывшим. Угу. Так это, я же многофигурный не умею, господин. Ой, товарищ. Тамбовский волк тебе. Значит, Гитлер он умеет, а бойцов победоносной Красной Армии он, видишь, не умеет. Знаешь, как это называется? Саботаж это называется, понял? Ты меня понял? Значит так, сейчас бери свое это мазило, белило, линейку и давай. Фуй, Гитлер он умеет, а бойцов победоносной Красной Армии он, видишь, не умеет. Отправляй, Николай. Разрешите идти? Да, свободен. Ну, что у тебя там? Не такая большая страна у нас. А с телефоном и радио совсем маленькое стало. Вот они, птенцы гнезда профессора Вальтера. Вот Кураедов. Эмигрировал в 24-м году. Бауэр. Убит в 18-м. Этот без вести, этот скончался. Простите, Ванников, неизвестно. Рюмин, неизвестно. Сколько же народу в группе Вальтера? Человек 30. И всех их найти надо? Найдем. Лифанов сейчас в Москве, институт звука пробивает. Найдем. Комбинацию банка фильтров и адаптивного... Товарищ, не знаю, как вас там? Майор Свегельцев. Товарищ майор, у меня сложнейшая и важнейшая работа. Мы делаем мины. Мины, реагирующие на звук. Это заказ ставки Верховного Главнокомандующего. И у меня абсолютно нет времени вершить дела... Товарищ Самсонов, дослушайте меня, наконец. По памяти какого года? Это не допрос, это консультация. Нас вовсе не интересует дело промпартии. Нас интересует глаз Божий. Ну, вы вспомнили. Это же 1914 год. Какое время было, а? А какие планы? А, собственно, что вас интересует? Вы принимали участие в работе над проектом? Да, конечно, конечно, да. Профессор Вальтер очень большая умница. Меня даже очень выделял. А вам ничего не говорит фамилия Арнгольц? Нет, не припоминаю.
Хотя на память я не жалуюсь. Ага. А откуда такое название? Глаз Божий. Ну, это Родька Караваю предложил. Такой был юноша странный, набожный. Так вот, глаз Божий – это что-то из псалмов. Так он что, псаломщиком был? Да нет, он был первоклассным химиком. Он сумел найти формулу кислоты, при которой снижали сопротивляемость воздуха. И в итоге действие пушки увеличилось до километра. Харковчане в 1939 году сумели повторить наш эксперимент. Но их дело прикрыли, но это темная история. Понятно, понятно. А какова дальнейшая судьба этого самого Караваева? По нашей картотеке он числится как без вести пропавший. Да. В 14-м году он пошел на фронт добровольцем. В первом же бою при Танненберге попал в плен. И там прижился. Онемечился. Потом женился на какой-то баронессе. Вот, собственно, все. Больше о нем я ничего не знаю. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Товарищ майор. Да? В 22-м году мне попалась в руки газета. Ну, с фотографией германских специалистов, которые приехали к нам, ну, на Харьковский завод тракторный. Вот и в одном из этих снимков я узнал Родьку. Рисуешь, значит? Ага. Хороший человек, товарищ майор. Он белило мне принес. Он Гитлера закрашиваю. Ну, а ты ведь мне не все сказал. Все, что знал. Ладно, ты не бойся. Мне за твою жизнь ни наград, ни званий не добавят. Не, ну я ведь правда. От вас ничего не скрывал. Почему они тогда охотятся за тобой? Что ты видел? Почему ты не ушел с немцами? Меня контузило. На Винницу не упал ни один снаряд. Значит, единственное место, где это могло случиться, озеро. Верно? Какие нахрен наши? Ну, русские. Русские. Нам сейчас немец роднее любого русского. Придут эти наши, нас к стеночке. Думаешь, зачем нас сюда прислали? Пошли. Василь, ты, главное, не хвилюйся. Далеко от меня не выходь. А что делать-то будем, а? Чего скажешь, то и будем. Видать, наш черед пострелять пришел. Нет, я стрелять не буду. Да куда ты денешься? Не будет он. Хочешь вместе с ними лечь? Ты давай инвентарь проверь. Инвентарь проверь! И вы тоже. Поехали. Господин Хиршмайер, какие распоряжения? Начинайте. Есть. Начинайте. А ну кидаем. Быстрее, быстрее. Веселее. Рухайтесь. Так, а ну все сюда. Веселее. Веселее, говорю. Шевели копытами. Давайте.
поставали. Господин Хиршмайер. Господин Хиршмайер, что произошло? Чемодан. Что? Достань чемодан. Почему они не застрелили тебя? Не знаю. Не до меня им было, наверное. Харьков. Думаешь, снова совпадение? Ну, я уже распорядился поднять все харьковские архивы. Караваев. Рогволд Теодорович. Слабая эта ниточка, дергать за что-то надо. Фото Караваева немедленно размножить и отправить в Харьков самолетом. Mm-hmm. Разрешите. Товарищ генерал, разрешите обратиться к товарищу полковнику? Обращайтесь. Максим Петрович, можно вас на минутку? Нельзя. В чем дело? Там начальник архивной службы. А, Юрий Борисович? Да. Что ему нужно? Не знаю, говорит на минуту. Валентин Васильевич, я на минуту. Чихнуть без меня не могут. Телефонограмму передал лейтенант Петров. Юрий Борисович. Петров. Юрий Борисович. Здравствуйте, Юрий Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же вы мне не сказали? Я бы сам к вам спустился. В вашем товарищ возрасте. Товарищ Тарасенко, подскажите, не знаю, что и делать. Только извините, Юрий Борисович, у меня сейчас каждая минута на вес мне золота. Мне Туманский из Винницы прислал запрос, а теперь я узнаю, что он скончался. То есть пал смертью храбрых. А вот теперь я не знаю, отсылать мне ответ на запрос в Винницу на нового начальника отдела или не отсылать. Ну, это смотря, что за запрос, а потом у нас и особиста там еще нет, а что, какой запрос? Проходит ли по нашим установкам некий Арнгольц? Ой, не шумите так, Максим Где Петрович. Где этот запрос? Вы же Юрий знаете, Борисович. У меня больное сердце. Ой. Дата запроса, где запрос он? Запрос у меня внизу, только в запросе то, что я вам сказал, всего две строчки. Дата какая? А дата... простая. Я все помню. Дата 1 августа. Да. Спасибо. Я вот что еще хотел вам сказать. Потом, потом, Юрий Борисович. Потом, спасибо, потом. Валентин Васильевич, а профессор-то наш, возможно, сейчас здесь, в Виннице. По поводу потом, потом. Арнгольцу этому по запросу. 24-30 лет. Харьков! Седьмой, вас не слышно. Говорите громче, пожалуйста, я вас не слышу. Марина, я странник. Да, слушаю вас, слушаю. 30. Да, соединяю. Ваш запрос. Сокол, запрос принят, подтвердите. Сокол, вас не слышно. Повторите еще раз, пожалуйста. Товарищ майор, да мы сами принесли. Седьмой. Ай. Я на связи. Сокол, Сокол, вызываю, Сокол. Как фамилия? Сокол, вас не слышно. Да, принимаю. Соединяю. Да, соединяю. Что конспектируем, Валерик? Ну, давай, давай, доставай. Чего у тебя там? Да, тут. Ну, это стихи. Какие еще стихи? Ну, так. Стихи. Ну-ка, дай. Вот и все, ты умерла, ладонь твоя белее снега,
Рука твоя белым бела. Да, принимаю. Эх, Летягин, Летягин. Еще раз повторите. Война, сынок. Конечно, жаль девчину. Да я понимаю, но как-то, как-то несправедливо все. А что это у тебя? Телефонный разговор слышен, а? Где? Слышишь, что не положено, а? Да я не слушал. Ну, вернее, не слышал, товарищ майор. Здесь кабель пробивает, вон, аж вся панель горячая. Вот, сижу, чиню. Ну, так замени кабель. Что у тебя там все это на соплях еле держится? А вдруг кто-нибудь не тот да это, услышит? Ну, я же говорю, это снова надо к летунам просить, на коленях ползать. Ну, поезжай к летунам, да, проси, ну, сделай ты по-человечески. Да, соединяю. А это одобряю. Как это у вас, это у молодых, это ловко получается, а? Рука твоя белее снега? Не-не, я бы так не смог, не. Кислятина! Давайте я выброшу. Да ладно! Да, я вас слушаю. Иван Петрович! Иван Я Петрович! Я здесь, Зиночка! А. Здесь! А, вы здесь. А мы тут вас все обыскались. Смотрим, нет больного. И все тут. Постель пустая. А вам здесь не страшно? Нет, не страшно. А я смерть как покойников боюсь. Ну а что их бояться? Бояться живых нужно. Садитесь. Здесь нет никого. Все равно страшно. Я вот даже к Лиске прикоснуться боялась. Хотя дружили с детства. Ну, а расскажи про Лизу. Ну, что здесь рассказывать? Дружили мы с детства. Учились вместе в школе. Мама ее в самом начале войны от скарлатины умерла. Потом, когда немцы пришли, Лизка устроилась работать в столовку. Нам с Серёнькой с мамкой помогала. У нас тогда мамка болела, а потом и вовсе померла. А мы с Серёнькой вдвоем остались. Ну вот, она нам много чего таскала. Даже ананасы консервированные. Ананасы? Ну да, знаете, такие круглые в банках. Да. Я их до войны только в старом букваре видела. На букву А. А с немцами она как? Трепали всякое. Но я трепать не буду, не видела. Хорошая она была. Без нее бы мы две зимы не пережили. А когда она приносила эти ананасы, не помнишь? Летом или зимой. Ну как, в конце прошлого лета и приносила. Тогда она Сережку от смерти спасла. Как от смерти? Ну, он нашел какую-то банку немецкую. Думал, что это тушенка. Он ее открыл, тут завоняло какой-то гадостью. Он потерял сознание. И Лизка там мимо проходила. Она Серёньку увидела и вытащила его на улицу. А банку эту велела куда-нибудь спрятать. Иначе, говорит, если немцы увидят, сразу к стенке поставят. А что в этой банке она говорила? Не знаю. А Серёнька? Серёнька потом 3 дня в бреду лежал. Можно сказать, что эти ананасы его с того света и вытащили.
Я только кусочек попробовала. Вкуснотища смерть. Да. Зина, а где эта банка? Ну как, ну я ее выбросила возле кладбища. Ну а место показать сможешь? Смогу. У нас прямо с вами свидание получается, Иван Петрович. Да. Только я до войны на кладбище на свидании не был. Почему же? А у нас наоборот парочки бегали. Ну знаете, что папка, мамка не нашли? Ну знаете, какое кладбище красивое? Старое, тихое такое. Зин, а Макарыч ты давно знаешь? Да нет, ну что вы, Иван Петрович. Он только 3 месяца как объявился. А до этого его даже Лиска не знала. Мамка ее из деревни сразу брюхатой приехала. А потом она померла. Лиску оставили с бабушкой и с дедушкой. Потом и те померли. А вот в апреле месяце, гляди, папашка объявился. Странно. Ну, конечно, странно. И жили они как-то странно. Макарыч, он хоть старик хорохористый, а Лиску он очень любил. Только в конце они почему-то стали цапаться часто. Так, так, так. Не знаю почему. Вот. А вот это их не дом, Иван Петрович. А хозяев нет. Вот. Зиночка. Давайте мы туда зайдем. Как зайдем, Иван Петрович? Ну вы что? В гости. Иван Петрович! Иван Петрович, ну нехорошо как-то. Хозяев нет. Не волнуйтесь, Зиночка. Хозяин пусть лучше от следствия не прячется. Так, 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 так. Интересный старичок Макарыч. Так. Тут какие-то формулы. Зина. А они точно с Лизой родственники? Ну, конечно, точно, Иван Петрович. Он ее очень любил. Очень любил. Я не из любопытства спрашиваю, а… Ну, может, она его до этого знала, но виду не подавала. Ничего такого? Тебе никогда так не казалось? Нет, Иван Петрович, ну что вы. Он ее отец, и это точно. Интересный, интересный старичок. Иван Петрович, а я вспомнила. Лиза мне говорила, что есть какой-то человек, которого она боится. Так, может быть, она об отце? Нет. Это был какой-то другой человек. Какой, я не знаю. Но это был точно другой человек. Спасибо, Зиночка. Другой человек. Другой. Другой. А это у нас что? Псалтырь. Ну и? Есть что-нибудь? Что-нибудь нашел? Понял. Алло, база. Это шлюз. Курт ничего не нашел. Есть.
Господин капитан, они ничего не нашли. Ну что? Нашли? Нет. Плохо. Очень плохо. А что там в этом чемодане? Я не хочу вам грубить, но это не ваше дело. Сейчас и здесь все наше дело, господин фон Ротенберг. Мы добровольцы. Добровольцы-смертники. Господин дипломат, я не позволю вам разговаривать со мной и моими людьми, как с вашими паршивыми клерками. Если поступит инструкция выдать вам документы и отправить вас на все четыре стороны, пожалуйста. На четыре стороны меня не устраивает. Я завтра должен быть в Берлине. А если скажут удавить вас, я вас удавлю. Без всякого удовольствия. Да вы ополоумели. Вы все с ума сошли? Так где этот ваш Арнгольц? Где он шляется? Профессор Арнгольц появляется тогда, когда ему положено появляться. Нашел! Вот это? Да, это она. Так. Голос Бога. Купоросом несет. Где-то я, кажется, такую уже... А Пенько? Значит, давай, офицер, сюда, быстро! Есть, товарищ капитан? Быстро! Опенько, Опенько. Что случилось? Да я на минутку отошел и... А с ним-то что, Опенько? Что? Сержант, что за спешка-то, а? Фу! Чего это у вас тут так купоросом-то пахнет, а? А этот? Что с ним? А ну-ка в коридор, быстро! Майор, давай. Это вы принесли сюда банку? Так точно, коридор, я. Коридор, я сказал. Сдайте оружие. Вы арестованы. Ты что, Иван? Не Иван, а капитан Сирота. Сдать оружие. А вам я советую вспомнить все и записать. Подробно. Отведешь его в свободную камеру. Слушаюсь, товарищ капитан. Оп. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Чё ищем-то, сирота? А вот, кабы знать. Кабы знать. Кабы знать. Да. Не думал я,
Что я боевой майор и буду с Искарем работать. Ну вот, видишь, а работаешь. Работаю. Да. Неловко как-то, прямо скажем. Ну, только ты не думай, что я сейчас буду тебя утешать. А что мне утешать? Не надо меня утешать. Просто непривычно как-то в чужом исподнем, знаешь, рыться. А, другие, значит, по-твоему, рождаются, что ли, с этим желанием? Порыться в чужом исподнем? Да ладно, ладно. Ладно. Ах, Гордеич, Гордеич, что ж ты натворил? Вот от дочего и жена. Mm-hmm. Тяжело им сейчас. Ну, кому сейчас легко? Да не, им правда худо. Она ж, знаешь, в 42-м похоронку на него получила. Так как похоронку-то получила, у нее ноги-то сразу и отнялись. Понял? Ну, ладно, только душу не трави. А я вот на Хелю даже похоронки не получал. Знаешь, не переживай. Что с ней в тылу сделается? Что сделается? А то ты не знаешь, да? Ну ладно, даже об этом не думай. Ждет она тебя. Да я ж тебе не про это толкую. Немка она. Немецкая ее нация, из-под Саратова. А я знаешь, как про этот вопрос наслышал? А ты слушай больше. Брехни ты знаешь сколько? Наслышано. Ну что, все что ли, пошли? Пошли, нет? Слушай, хороший стол, а? Ну а чё же мы плохим-то быть у начальника комендатуры? Дореволюционная работа. Да, он, видать, еще с поднемцев остался. Да я таких столов много видел. Ой, знаешь, у нас сколько это добра. Я эти столы знаю. У них всегда что-то интересное находится. Ну-ка, давай, посвети. Сюда? Так, посвети, посвети. А чё тут интересно? Стол как стол. Я не знаю я, что тут. Слышь? Ну? И чё? А вот чего. Ух вот ты! Они. Ты глянь, чё. Вот они. Вот они. Дела Думанского, которые у него надвинули. Так. Вот же гад, а. Шагалова, ну, Летягин, Гулямов. Колоть его надо. Сирот, ты куда? Колоть. Куда дернул-то? А ты поищи, поищи, там еще не все. Так все же нашли уже. Давай, порыскай, порыскай. 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 Так. Так. Опа. Рукавишников Николай Родионович. Что это? А вы не узнаете? Пока нет. Это дела. Изъятые из сейфа Думанского. И как вы думаете, где мы их нашли? Понятия не имею. При обыске в вашем кабинете, в потайных панелях стола. Вот и спрашивайте у того, кто их туда подложил. Хватит! Майор! Хватит! Меня интересует все, начиная с крушений поездов. Когда и кому вы передавали сведения о грузах? Меня интересует, кто стрелял в меня и мальчика, и потом перестрелял засаду в ангаре. Меня интересует, где вы взяли банку с кислотой, чтобы отравить Опенько.
И, наконец, меня интересует, кто такой профессор Арнгольц. Я, Вдовиченков Игорь Васильевич, считаю своим долгом сообщить, что бухгалтер первого молокозавода Хелена Рукавишникова в девичестве Редер с 1935 и по 1941 годы привлекалась работать в качестве переводчика во время визитов германских военных и промышленных делегаций в Татарской ССР, Астраханской и Саратовской областях. Так. Я, Хелена Рукавишникова, Редер, сознаюсь в том, что с 1935 года и по сей день являюсь агентом германской военной разведки АВР. Со слов задержанной записано верно. В ходе дознания применялись спецсредства. Спецсредства. Допрос проводил старший лейтенант Сирота. Сирота. Как быстро годы пронеслись. Как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Тот медленный фокстрот, что танцевали мы за три дня и три ночи до войны. И пожелтевшее письмо осталось без ответа, так уж суждено. Как будто эхо вдалеке, мотив звучит несомый ветром налегке. Тот медленный фокстрот, что танцевали мы за три дня и три ночи до войны. Как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Дождь долго слезы лил, прости, что не дожил. Три дня, три ночи я до той весны.